Ну что, вот они, самые лучшие, самые долгожданные и самые хохошные крутки. Ну что, как бы, гарант близко, 70 круток. Его нужно забирать. Потому что этих крутить товарищей как бы не хочется, они, ну, не очень. Оп! Ну и сразу же. Давай. Нам нужно изобилие зашуганное. Две штуки сразу. Ты меня напугал, грёбаный Орлан. Твою мать. Дальше. Ельцин. Из всех, кого можно было вы... Серьезно? Я бы был рад Броне. Прям сильно. Я бы даже был бы за или Кларе. А вот теперь надо подумать. Что ему дает хоть? Не, ну прикольно, но, блин. Еще это пятое выпало. Ой. Ну, как бы. А ну это дурик еще. Кстати. Очень полезный, да. Пипец. Тьма полезности. Ладно. Ну просто этих вот товарищей курсить у меня желание вообще ноль. Ну то товарищ, а то. Лисонька. Ну ладно. Давай вкручу 30, наверное. Если выпадет, хорошо. Нет, хрен с ним, потому что это вот крутить я не хочу вообще. Ну давай. Нет. Я опять. Вот я опять до фиолетки. Спасибо. Самое нужное просто. Ну ладно, я не против. Так вот. Как бы тоже можно. Ладно уж, прощаю. Ибо нефиг. Последний прям, да? Ну ясно. Оп, все, лучшая на месте. Девочка на хиле. Скипаем. Ну, сервал еще. Жесть, ну вот так. Ну что, неплохо, неплохо, я считаю. Еще и круточки остались. Угу. Ну, вот так, так что годненько. Как ни странно, Ельцину и один-то зашибись. Урон прибавляет. Да. Вот. Ляпота. Ну чё, как-то так.